Всем привет! Меня зовут Кристина. Наверное, думаю, не найдется ни одного человека, который бы не смотрел фильм «Пятый элемент». И Руби Рот – самый эпатажный персонаж в этом фильме. Я уже пришила канитель. Как пришить канитель к броши? Если кто-то не знает, оставляю ссылку под видео в описании и подсказку, как пришить канитель. Канитель тут я использовала жесткую 1 мм, слегка растянутую. Здесь черная канитель. Здесь я растянула чуть посильнее. Взяла бисер, размер 15 черный. И вот такой бисер тоже размер 15. Он у меня серо такой рыжий, я бы его назвала. Вот такой серый красивый. Тоже размер 15. И прозрачный серый. Тоже размер 15. Брошь очень маленького размера у меня, поэтому я беру бисер самый мелкий. Смотрите, как отличается у меня бисер. Бисер черный, размер 15. И бисер серо-рыжий, тоже размер 15. Но он сильно отличается. Я хотела сначала черный сюда пришить, но понимаю, что он больше, крупнее, чем мои пятнышки. Поэтому черный я пришью вот здесь, внизу. Начну его пришивать снизу. Напоминаю, размер 15, черный, тоха. Самый маленький размер. Но серый, как я вам показала для сравнения, еще меньше. Поэтому серо-рыженький такой я буду использовать по всему комбинезону. А здесь внизу пришьем черный. В хаотичном порядке каждую пестелинку пришиваем дважды. Далее, чуть выше, я уже начинаю пришивать по чуть-чуть, вернее, добавлять серо-рыженький бисер. Чуть-чуть, по несколько штучек, чтобы был плавный переход у нас. Здесь уже начинаю добавлять чаще. То есть мы плавно переходим в серо-рыжий цвет. Плавненько, незаметно переходим в него. Вот так у нас получилось. Некоторые бисеринки не проходят. Он настолько мелкий, что не проходит. Я вытаскиваю иголочку и просовываю мононит без иголочки. Обратно вставляю в иголочку, просовываю мононит. Такие бисеринки у нас попадаются. Конечно, ничего не сделать. И заполняем наш комбинезон полностью. Канитель у нас идет по контуру комбинезона коричневого цвета. Вот что у нас получилось. По-моему, очень здорово. Круто. Переходим дальше. И будем использовать вот такой бисер серый, прозрачный. Пришивать я его буду также в хаотичном порядке. Каждую бисеринку дважды. Глазик и бровь. Я к брови пришью канитель жесткую черную, 1 мм. Пришиваю хорошо, каждый завиточек дважды, потому что деталь очень маленькая. Вот такой бисер буду использовать для глазика. Он как бы идет прозрачный сверху, а внутри серый. То есть, видите, мы лицо и грудь вышивали вот таким прозрачным серым бисером. Он полностью прозрачный. А этот бисер у нас сверху прозрачный, а внутри серый. Я его пришиваю, который внутри серый у нас, пришиваю к глазику. То есть глазик у нас будет из этой бисеринки. Потому что деталь очень маленькая, то есть глазик очень маленький, не деталь. И губы, ротик тоже из такой же бисеринки,
чтобы не было четкого очертания. Далее вот такой бисер беру серый, прозрачный. То есть лицо мы заполняем таким же серым прозрачным, как и грудь. Для волос я выбрала Синель белую. Здесь мы будем использовать Синель. Я хотела изначально вышивку узелками, но решила, что Синель здесь будет кстати. Таким образом заполним нашу прическу и подстрижем ее. То есть у меня была длинновата, я ее чуть-чуть состригла. Берем пин. Микрофон у нас будет из пина и бисера. Стеклярус. Бисеринка размер 8. Канитель жесткая, оранжевая, 1,25 мм, не растянутая. Чуть-чуть сдвигаем. Делаем круглогубцами петельку, чтобы потом пришить ее. За эту петельку мы потом пришьем. Сейчас пришиваем между бисериной и жесткой канителью. Пришиваем 3 раза. 2-3 раза можно. Теперь между бисеринкой и стеклярусом также пришиваем 2-3 раза. Срежем фетр, чтобы нам не мешал, прям до канители. Вот так вот мы пришьем. А сейчас перешли к ручке прозрачным серым бисером размером 15. Заполняем наш серый участок, то есть нашу ручку. Каждую бисеринку пришиваем 2 раза. Здесь нанизываем 2 бисеринки. Он же у нас держит этот микрофон, и мы позначаем. Сейчас не видно, а по шаблону видно. 2 раза также пришиваем. Видно по шаблону, но обхват микрофона рукой. То есть мы отодвигаем, и там он видно по рисунку. Как сделать узелок на мононите? Хочу вам показать. Взяли мы иголочку, она уже продетая мононить, и вот так вот встречаемся, то есть конец мононити и иголочка. Придерживаем на низ, наматываем 7 раз. 7. И аккуратненько вот так вот подтягиваем, кончик срезаем, и отлично получается у нас узелок в конце мононити. И вот таким образом мы пришиваем петельку нашу по кругу. Можно вот так вот иголочку продевать. А можно насквозь. Мне удобно, когда насквозь, когда не насквозь. А ну, когда вы просовываете насквозь иголочку, будьте внимательными, чтобы мононить там нигде не застревала, чтобы ее не видно было, и чтобы она не выходила обратно в ту же дырочку. Все, пришили. Следующая ручка. Я пришиваю бисеринки здесь, бочком.
Потому что когда я буду обрабатывать край броши канителью, я буду, у меня здесь нет канители по контуру, поэтому я, моя иголочка будет выходить из бисеринки. Не из канители, а из бисеринки. Потому что тут очень маленькая у меня деталь, вернее, очень маленький рисунок, мелкий. Я взяла готовый шаблон, но шаблон вы можете нарисовать сами. Вставляю вам ссылку, как нарисовать шаблон и подсказку. Ручка готова. Срезаем ненужный фетр полностью. И как сделать обратную сторону? Аккуратно срезаем, чтобы не отрезать, не прорезать нашу мононить. Как сделать тыльную сторону броши, обратную сторону броши, оставляю вам ссылку и подсказку. И как обработать край броши канителью, тоже оставлю вам ссылку и подсказку. А пока я взяла проволочку, чтобы сделать каркас. Я сделала круглогубцами петелечку, за нее пришиваю. Но петелька, думаю, тут не обязательно. То есть можно просто каркас, проволочку взять и подшить ее просто без петельки. Но почему-то изначально я подумала, что петелечка тут не нужна. И вот таким образом пришиваем наш каркас, нашу проволоку. Можно насквозь, а можно поддевать. Вот так вот я ручку и ножку сделаю. Одну сторону, затем другую сторону. Мне насквозь удобнее. Это для упругости нашей броши, вернее, чтобы она не была у нас как размазня какая-то. Ножки очень тонкие, ручки очень тонкие. Поэтому здесь каркас, ну, скажу, необходим. Тут я тоже сделала петельку. С другой стороны также подошьем. Не часто, лишь бы зафиксировать. Все равно мы будем приклеивать и обрабатывать. Все, мы уже уплотнили, наша брошь переходит к дальнейшему. Мы переносим ее на картон. Картон плотный, тонкий. Взяли клей. И приклеиваем. Я вам оставила ссылку и подсказку, как сделать тыльную сторону. Вот такой у нас получился рупирот. А я вам желаю всего доброго. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!